Сегодня я хочу вам показать распаковку посылки из магазина Meloopt. Я ее уже раскрыла, уже заглянула, что здесь. И теперь буду вам показывать. Заказала 1 литр масла макадамии. Видите, все очень хорошо запечатано и закрыто. Ничего не разлилось. Заказала 1 килограмм талька косметического. 1 килограмм серы осажденной. Мне очень нравится этот магазин. Там и цены доступные, и все очень хорошо запечатано, ничего не рассыпается. Аммония бикарбонат 1 килограмм. Терпкий калий. Буду пробовать делать жидкий шампунь, жидкое мыло. Заказала основу для крема. Тоже взяла на пробу для себя. Запечатывают очень хорошо. Вот здесь 25 грамм. Заказала такую бутылочку. Два раза закрывается, обжигается. Также ничего не разольется здесь, если что-то будет перевернутое. Здесь у нас кокосульфат натрия. Буду пробовать делать шампунь твердый. 50 грамм. Кетон малины. И по 25 грамм кокаил изотионат натрия. Я заказала также для волос, для крема, экстракт ананаса, лопуха гидролат, гидролат лаванды 100 мл, депантенол, гидролат шалфея, гидролизат протеина пшеницы. Ссылку под описание я обязательно скину на все эти бутылочки. Все, что я заказала. Твин 80. Хочу пробовать делать бомбочки. Сыворотка плацентарная для волос. Цикломитикон 50 мл. Гидролизат протеинов кератина для волос, гликолевый экстракт крапивы, эфирное масло лаванды, экстракт зеленого кофе, также для крема очень хорошо использовать, авокадо для волос и кожи, гликолевый экстракт и гликолевый экстракт алоэ. Я всем советую заказывать из магазина Meloopt. Мне очень там все нравится. Всегда очень приятно общаются. Заказывайте, и вы будете очень довольны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. До свидания.